Сегодня наша дата отсылает нас к событиям 17 года. Россия тогда находилась в ситуации Первой мировой войны. И фактически не коммунистическая партия свергла царя. Это сделало временное правительство. И у них был целый год для того, чтобы восстановить доверие людей к власти. Но к октябрю страна наша лежала буквально, так скажем, в руинах. Немцы подступали к Петрограду. Разрушенная промышленность, огромное количество проблем. И большевики не просто захватили власть, они взяли эту власть и создали огромную прекрасную страну, Союз Советских Социалистических Республик, где на деле показали, что бывает в том случае, если власть принадлежит народу, если народу принадлежат основные средства, заводы, недра. И сейчас мы видим обратную ситуацию. То, что заводы, недра, наша промышленность, все, что было и работало на поколение советских людей, все находится в руках небольшой кучки олигархов, которые не могут никак наесться. Им не хватает денег из-за экономических трудностей, из-за санкций. Они запускают руки в карманы и без того уже бедных людей. Казалось бы, исторический урок октября на примере России показывает, что эксперимент не удался. Но это не так. Великий Октябрь открыл дорогу к социализму не только России, он открыл ее для всего мира. Посмотрите на Великий Китай, на великую коммунистическую державу, которая под руководством лидера коммунистов, товарища Си Цзиньпиня, сейчас является лучшей экономикой мира. Врут, когда говорят, что в Китае нету пенсий. На самом деле средняя пенсия в Китае уже сейчас составляет около 20 тысяч рублей. Средняя заработная плата составляет около 50 тысяч рублей. Минимальная заработная плата около 24 тысяч рублей. Пенсионный возраст в Китае для женщин 50 и 55 лет в зависимости от того, на каком производстве она занята. Для мужчин 60 лет. И с каждым годом ставится вопрос о том, чтобы повышать и повышать уровень жизни. Посмотрите, как китайские коммунисты держат за горло свою бюрократию, в том числе и за счет того, что там существует смертная казнь за коррупцию. 8 пунктов, которые были введены для чиновников, руководством Компартии коммунистической, заставили их отказаться от многих вещей, которые для наших чиновников являются обычным делом. Банкеты, дорогие переезды, лимузины, перекрытие улиц. Посмотрите, что мы видим у нас в Самаре. Сейчас для парада памяти, они не говорят парада памяти чего, да, то, что это был парад в честь Великой Октябрьской социалистической революции, на полдня перекрыли весь город. Нам не дали по Красноармейской пройти 50 метров, загнали на тротуар. Это отношение не только к коммунистической партии, это отношение к своей истории, к трудовому народу. Товарищи, итоги выборов, которые прошли по стране, те настроения, которые сейчас фиксируют соцопросы, говорят о том, что страна сейчас круто поворачивается влево. Это ставит очень большие и серьезные задачи перед Коммунистической партией Российской Федерации. Народ ждет от нас более активных действий. Народ ждет от нас, чтобы мы выигрывали выборы. Народ ждет от нас поддержки Ищенко на выборах Приморья. Они ждут, чтобы именно коммунисты бросали вызов власти, чтобы на каждые выборы муниципальные, в любом городе, в любом селе, крупные и мелкие, превращались в бой. Это бой именно трудового народа с буржуазией. Нужно прекрасно понимать, что альтернативы октябрю нет. Да здравствует новый октябрь! Ура, товарищи! Спасибо, Михаил Николаевич. Слово предоставляется...